Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Dream Defense, Защитник снов. Получить бонусы, ну конечно же будем получать бонусы. Так, ну нам достались только минералы сна. Давайте отправим дальше нашу овечку якобы путешествовать. Пускай она ищет дальше бонусы. А мы с вами тем временем будем переходить, наверное, на 24 уровень. Зайдем в оружейную и посмотрим, как у нас с боеприпасами. Все ли хорошо. Так, надо докупить маленько. Чуть-чуть закупимся. Где-то 500-очку, да? Я думаю, этого будет достаточно нам. И, ну, ледяная у нас практически полная. 454 патрона. Замечательно, обновить. Обновить я ничего не смогу, потому что у меня не хватит элементарно минералов сна. Так, здесь у нас все хорошо. Давайте, наверное, хотя у нас 13 голов этих тыквенных. Не будем ничего брать. И по защите, может быть, ну, давайте улучшим себе здоровье. Я думаю, что это будет самое то. Можно даже, наверное, еще разок, да? Оу, хо-хоу, 1000 гемов. Нет, ребят, не получится. А вот это вот... А вот здесь можно... Или нет, подожди, ребята. Не хватает 1500 минералов. Тогда придется тратить гемы. Ну что, ребятули, вроде бы все нормуль. У нас тут осталось совсем немножечко. Может быть, сегодня даже мы пройдем с вами игру. Так, заходим в квест... Получать 50 гемов. Уничтожить мумии, да, у нас 10 штук. И уничтожить клоун-ботов. В принципе, я думаю, за игру мы это с вами успеем все сделать. Так что, поехали. Фух. Будем дальше отбиваться от этих всяких нежитей. Жажда скорости называется уровень у нас. Так, подожди, это меня не устраивает. Так, давай. Ведьмы, отвалите отсюда. Так. Лампа, ты будешь бомбить там или спишь уже? Слушай, а ведьм, кстати, можно даже, знаешь что, заморозить, а после этого уже их обстреливать. Как вариант, тоже было бы неплохо. Вот, заморозочка. Сейчас она мне, кстати, больше нравится, чем до этого была. Смотрите, бомбит нехило. Ну-ну-ну, давай. Оп, шикарно, полночи уже прошло. Осталось совсем чуть-чуть. Ну-ка, дай-ка я вот так бомбану. Во! Солидно. Так, идите отсюда, призраки. Вы мне здесь не нужны. Хотя их можно было бы и не трогать, ребята. Здесь у нас все равно еще шипы есть, где они будут получать колоссальный урон. Смотрите. А? Пока дойдут, они все отдуплятся. Ха-ха. Так, хорошо. Да, ребята, ночь уже подходит к концу. Сейчас буквально последняя волна и все. Есть. Мы прошли. Так, первый бонус за победу 100 гемов нам дают. Ну и, естественно, удваивать. Так, ну что же, продвигаемся тогда далее. У нас 25-я миссия. И, конечно же, пойдем. Кто у нас тут из врагов? Ага, вот мумии, кстати. А что значит вот эта вот зеленая такая сфера на них, а? Вот это я знаю защита. Красное это усиление. А зеленое что означает? Что-то я не помню, если честно. Ладно, хорошо. Проверим. Берегись туманного монстра. Вот он, туманный, ребята, монстр. Появляется, будет нам сейчас тут мешать. Так, мумии. Мумии. А-а-а. Со своими скоробеями. Вот это вот плохо, ребят. Больше всего нервируют, кстати, если честно. Именно вот эти вот скоробечки. Их очень много. И они летят хаотично. Так, я вроде бы пока справляюсь. Ну, где вы там, туманные монстры? Вот они, две штуки. Сразу обоих и пришил. Так, рыбки. А почему вот эти рыбки, ребята, из сна? Неужели наш парень Роберт боится вот этих вот рыбок? Не знаю, ну я понимаю, там привидения, да? Ну рыбки-то, или летучие мыши. Так, ну мумии. Ну, видимо, парень очень боится сказки, поэтому нам приходится оборонять его на сон. Вот так вот, других вариантов у меня нету. Да иди ты, мышь. Смотри, что делать, а? Она юлит, ребята, просто юлит. Она не летит по определенной траектории, а начинает то вверх, то вниз, что усложняет мне попадание. Так, овечка, спасибо. Подхиляли маленечко и добиваем здесь. Где этот туманный монстр? Я... Оу, тихо, скоробеи. Вон они, я вижу их глаза. Так, минус один и минус два. Блин, тут еще один. Все, ребят, еще одна спокойная ночь нам написали. Отлично. Еще 100 гемов. И еще умножение.
Ну что, 4000 голды, я думаю, это неплохо. 26 уровень, и, кстати, ребята, у нас открывается новый вид бонуса. Это, видимо, отдувать будет. Ну, в общем, не знаю, что точно. Это, как его называется, помните раньше, когда мы маленькими были, нам родители покупали, как же эта штука называется? Она всегда на ветру крутилась. Вот я помню. Так, спешка называется. Уровень, давай посмотрим, мумии. Так, и ведьмы. Так, вот ведьмы нам здесь не нужны. Блин, а нифига вас тут? Эй, братюни, давай полегче, полегче. Так, скоробей, ёп, парасете. Так, смотри, сколько их тут. Много. И бомбец. Ой-ой-ой-ой, у нас, ребята, с вами очень хреново все по здоровью. Очень хреново. Посмотрите, сколько всего осталось. Это все, ребята, вот эти вот ведьмы паршивые. Это они делают вот такой вот кавардак. Слушай, я боюсь, мы здесь не пройдем с вами. Да-да-да, скорее всего, нас тут заколбасят. Потому что ведьмы, ребята, бросают свои вот эти вот кости. Видите? И от них никак не увернуться. А ночка только началась. Ё-моё. Блин, не дают, ребята, мне бонус на отлечивание, понимаешь? Если бы я мог подлечиться бы. Ну-ка, овечка. Нет, не дает она, к сожалению, мне. При всем при этом, ребят, я использовал практически все свои бонусы. Так, последняя волна, говорят, да? Давай попробуем, ну хоть как-нибудь. Так, тихо. Ай-яй-яй, ребят, проиграл. Не хватило буквально чуть-чуть попытаться снова. Ну давай попытаемся снова. Только зачем я так делаю, я ума не приложу. Вот тут самое начало главное, ребят, нам простоять. Потому что идет весь, так говорится, наплыв именно с самого начала. Если простоим, побольше здоровья себе оставим, то все будет хорошо. Пока вроде бы неплохо. Пока нормуль. Ёлки-палки, сколько же вас тут, а? Вот, подхилку взял, ребят, это уже хорошо. Да сколько вас, блин, что эти ведьмы тут? Так, а у меня уже бонусов практически не осталось. Что будем делать? А где все? Эй! Вон они, ведьмы. Где-то за кадром ребята там очутились. Ха. Так, опять у нас эти, да, ребята, идут? Давай так попробуем. Я отбиваюсь как могу, на самом деле, ребята. Я не знаю, что тут еще можно предложить. Только вот так бомбить. Другого варианта я не вижу. Вот мумий надо замораживать. И ведьм, кстати, тоже. Очень эффективно это все против них работает. Потому что ведьмы, соответственно, в этот момент не могут бросать свои кости. Да хорош вас тут столько много-то, эй. Есть, прошел. Блин, ну я скажу вам, это уже сложно. И вот, ребята, вертушка торнадо. Вот она как называлась, вертушка, ну правда не торнадо, а вот вертушка точно. Наносит урон и замедляет врагов, попавших в торнадо. Вот такой вот, значит, да? У нее эффект. 27 уровень собственной персоны. И, ребята, останется-то потом уже только лишь 3. 3 этапчика. Ну что же, давайте, наверное, заберем. Так, уничтожить клоун-боты. 10 штук, пока еще не было у нас, получается, так ведь? Ладно, хорошо, мы с вами очень хорошо потратились, нам нужно, естественно, закупаться. Только проблема в том, что у меня нету денег, точнее, очень мало. Ха-ха. Так, давай-ка посмотрим, сколько у нас перчаток. 400, а заморозки 300. Ладно, этого, я думаю, достаточно будет. А вот с бонусами надо быть, ребят, поаккуратнее. Давай, наверное, мы сделаем обновление. Так, применить. Вместо... Вот так вот сделаем. Не знаю, ребята, что делает этот флюгер. Флюгер, елки-палки. Вот, по-моему, как точное название, а не вертушка. Так, возьмем, наверное, с вами тыковок. Штучек 10. И, блин, мороженое, хорошо. Недостаточно, да? Мы с вами очень хорошо протратились. Все, вот так вот оставляем. В общем, морозилка, вертушка и голова тыква. И 27 уровень. Слушай, по-моему, вот это означает то ли, не знаю, усиление, то ли защиту. Может, они травят, фиг его знает, ребят, что это за зеленая аура вокруг них там находится. Ага, выживите в кошмаре. Ой-ой-ой.
Я должен, ребята, здесь выживать теперь. Попробуем. Хорошо, что здесь оборотни, ребята. А у меня шипы есть. Шипы, помните, я прокачал маленько, так что сегодня... Хорош уже. Так, подожди, подожди, подожди. Тут нормуль. Отбился. А давай посмотрим, что за флюгер-то. Ах, вот оно как. Слушай-ка. Ну, мне нравится. Мне нравится этот вид оружия. Этот бонус. Флюгер, во-первых, замедляет. Красота. Во-вторых, наносит урон. Что еще можно пожелать, а? Вообще красава. Давай вот так еще. Бам. Шикарненько. Вообще шикарненько. Ничего против, ребята, не имею. Так, а вот ведьм лучше замораживать, чтобы не было проблем. Так, тыква. Пошла, пошла, пошла тыква. Есть. Так, еще тыкву бросим. Что-то, ребят, не выходит. Заморозка. Ураганчик. И тыкву. Обалдеть, мы с вами тратимся. Обалдеть. Я, ребята, опять почти все бонусы растратил. Эй! Фу ты, блин. Хорошо, что их осталось мало. Сейчас бы могли сфейлиться, они уже на базе на моей были. Ну, что же, давайте посмотрим. Так, по снарядам надо. Тут еще перчатка нормально, вот в морозилке немножко осталось, давай, наверное, капельку купим. Но самое главное, что мне нужен, ребята, вот этот вот флюгер. Мне понравился он, очень хороший, достойный. Так, давай потратим за гемы, фиксим, так уж и быть. Хотя, нет, секунду. Мы гемы с вами можем обменять, ведь так? Где этот у нас обменный пункт? А, так, 100, вот, 500 гемов, тратим. Хе-хе. Так, 41 тысяча, вот теперь я могу, ребят, затариться довольно хорошо. Вот так. Тыковок купим. Замечательно. Ну и по оружию. По оружию. Так, тут 400. Давай, наверное, морозилки маленько купим. Все. Абсолютно, ребята, все потратил. Больше ничего у меня нету. Но я думаю, что это нам и не нужно. Осталось всего лишь 2 уровня. Поехали. 28-й. Так, опять тут у нас рыбки, летучие мыши, обезьянки и мумии, блин. Вот меня из всех из них напрягает только мумии, потому что они... Поторопись! У нас котлетки, елки-палки. Не-не-не-не-не, ребят. Это дурацкая была у вас затея прорваться через мой ураганчик. Никаких шансов у вас нету. Так, овечка, что там у тебя? Перчатка, хорошо. Да-да-да-да-да. Вас тут еще не хватало, обезьяны, шимпанзе, макаки. Классно бомбим, классно бомбим, ребят. Вообще солидно. Так, ну-ка, уничтожение. Полнейшее, тотальное уничтожение. Замедление и никаких шансов им на выживание. Полночки прошло. И здесь идем. Так. Мне нравится ураганчик тем, что он их замедляет очень сильно. И при этом даже вот эти вот летуны и срабатывает, что до и после. То есть и на новых юнитов, и на свежих. Не то, что когда мы бросаем с вами эту заморозку, она действует только на тех юнитов, которые в данный момент присутствуют на экране. А те, которые появляются потом, уже абсолютно им пофиг. Так, ну давай, давай. Ну хорош, ну макаки, ну серьезно. Давай-ка вот так сделаем и бросим голову. Все. Уровень был вообще изейший на самом деле. Ну, с такими-то бонусами еще не изейший. 29-й уровень. Это предпоследний, судя по всему. Так что, ребята, давайте. Монстры абсолютно те же самые. Ничего новенького нам не дали. Вот интересно, что будет у нас за последний босс. Так, режим выживания. Ага. Мне дают только лишь вертушку и заморозку. Вот этим я должен пройти. Давай пытаться. У нас все равно, ребята, выбора нету. Так, лампа, 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 выручай, выручай меня. Ёлки ты палки, ты посмотри. О-оу, о-оу, о-оу. Тихо, 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 тихо. Ну тут вообще жесть происходит. У меня боеприпасов-то почти не осталось, а ночь еще только началась. Обалдеть. Где там эти скоробеи? Я не знаю, что они где-то тут летят. Так, надо обязательно вот этот вот ураганчик ставить, потому что когда мумии мы подбиваем, от них летит очень много вот этих вот жуков. И за всеми за ними очень плохо контролировать. Так, давай-ка.
О, спасибо тебе, овечка. Дала мне еще один флюгер. Ну. Так, подожди, не надо, он пока здесь. А вот здесь надо, ребята. Блин, мне не хватает, знаете что? Не хватает головы тыквы, чтобы можно было их тут быстренько уничтожить всех. Так, насчет оборотней можно даже немножко не переживать, потому что здесь шипы у нас есть, ребята, и они получают урон. То есть пробежать нормально не могут. А вот что касается ведьм, то да, их лучше сразу подбивать, потому что они, ребят, бросаются своими костями, еще раз повторю вам. Да хорош, ведьма, ё-моё, у меня здоровье, ребята. Оу, я успел, ты посмотри, просто маленечко осталось, иначе бы меня просто забомбашили, и все. Фух, нам повезло просто-напросто. Ну что ж, друзья мои, мы с вами дошли до последнего уровня, и вы посмотрите, видимо, вот это и есть сам ужас. Какой-то главный призрак, я даже не знаю, как еще назвать. Ну что, давайте посмотрим, что у нас с вами есть, и как вы думаете, мы сможем с ней справиться? Так, заморозки у нас куча, также куча перчаток. Давай-ка глянем, что у нас здесь. Можно, наверное, прикупить маленечко заморозки, да? Так, тыквенных голов у нас 16 штук. И флюгеров тоже 16. А я могу? Давай, ребят, повысим уровень этому флюгеру. 320 не хватает гемов, к сожалению. Ну что, ребята, была не была, поехали. Последний этап, надеюсь, и босс у нас. Ёлки, ты посмотри. Почти, ребят, о, такие мыши, мумии, мыши, ведьмы, оборотни и она. Самая главная проказница этой игры. Ладно, королева крика, вот кто она такая, ребят. Королева крика, значит. Будем знать. Ну, начинается, как обычно, все легко и просто, да? Безмятежно, я бы так же сказал. Так, давай, овечка, что там у тебя? Нормуль. Так, главное ведьм. Ведьм, ребят, подбивать. Ну и, соответственно, вот этих вот тоже олухов отталкивать, чтобы как можно больше у нас осталось шипов. Я думаю, что они нам еще здесь пригодятся. Так, овечка, что там у тебя? А вот, ребята, и королева крика. Что она делает? Ребята, она что-то делает очень плохое. Я придется мне, ребят, бросать все, что только вижу, в нее, если мы хотим здесь с вами вообще выжить. Как-то вот так все это должно выглядеть. Если мы сейчас ее победим, это будет что-то. Ты посмотри, я ей шанса не даю, ребят, просто. И все! Я просто ее забомбил. 500 гемов. Только не говорите, что будет сейчас еще какое-то продолжение. Так, спасибо, что играли в эту игру. Вскоре мы добавим еще больше контента, поэтому советуем повторно пройти старые уровни и стать еще сильнее. И все, ребята. И на этом все. Вот так вот. Ёлки-палки, ребята. Ну что же я могу сказать вам. 30 уровней в игре, которую мы с вами очень быстро и прикольно прошли. Игра, в принципе, не сложная. Единственное, знаете что, я не понимаю, для чего здесь нужны вот эти вот, ребята, скины. Их тут целая куча скинов. И я ни один, ребят, не накопил. Хотя, вот смотрите, здесь 3 уже карточки, здесь 4, здесь тоже 3, здесь вообще 6, здесь 4. То есть можно было бы получить, но смысл? Игра-то, ребята, получается коротенькая, всего лишь 30 уровней. Ну что же, если разработчики ее не забросили, остается только лишь ждать, когда появится здесь новый контент. Ну а на этом мы с вами будем закругляться. Если что, ребята, если выйдет новое какое-то обновление, вы будете в курсе, то обязательно мне об этом пишите в комментариях. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачки вам!